сам не знаю. Ну и тут сразу хочется подумать, как же заработать бабки. Ну, самый распространенный вариант — это, наверное, шариться. По знакам вопроса. Есть еще вариант повыполнять задания. Ну, знаки вопроса. Их тут у нас до хрена. Так, вот тут прочитать еще появится, здесь где-то. Ну и вообще велен вот как по этой стороне идти, куча вопросов. И здесь. Ну, их не так много, прям как на скеллиге их больше всего. И тоже неплохой хабар будет. Ну, я подумал. И что же, если позарабатывать деньги и при этом еще и поразвлекаться? Может быть такой вариант, типа дополнительные задания и какие-нибудь скачки или кулаки ярости. Вот, можно добить морды всем и на скеллиге сходить побить морду и еще поскакать. Так, скачки где-то в Новиграде должны быть, так что сейчас сделаю. Мне с утра тошно. Сгорит в вечном огне. Ох, тяжко. Геральт. Не важно, как тебя зовут, не важно, откуда ты родом, важно, хочешь ли ты драться с капитаном Мортимером. Начнем, я готов. Бой! Что, драться расхотелось? Чемпион!
Ты доказал, что достоин сразиться с чемпионом Новиграда Турденом Портным. Он живет в Застенье. Там же состоится бой. Приходи, как стемнеет. Я на случай, если первый сломается. Разумно. Красавица. Стороне Понтера лучшего товара не сыщешь. И верно. Покажи. Бывай. За дежурство в такую погоду могли бы доплачивать. Только у меня! Меч. Покажи. Будь здоров. Возвращайся в Застенье. Чем могу служить? У меня есть немного денег, я хотел бы обменять их на кроны. Вы попали по правильному адресу. У нас самый выгодный курс в городе. Чё-то маловато. Сохранит ли портной титул чемпиона? Мы ждали тебя!
Уже принимаем ставки. Ты был взвешен, измерен и найден легким. В каком из миров ты мог бы меня победить? С виду чужак худосочный, но не забывайте, в Велине он одолел самого сержанта. А что, все чемпионы Новиграда были таким зазнавшимся говном, как этот эльф? Нет, я первый. Знаешь, почему меня называют портным? Я раскроил немало людей вот этими вот руками. Я знал, что ты расскажешь какую-нибудь говенную историю. Я пришел сюда драться с портным, так что начнем. Жители Новиграда, через минуту вы станете свидетелями знаменательного события. Перед вами Геральт из Ривии выйдет против портного. Ну-ка иди ко мне, дядюшка Дурден сошьет тебе новую мордочку. Ну, сколько мне еще ждать? А теперь посмотри на себя в зеркало. Так выглядит лицо, которое сшил портной. Да будет известно всем и всюду, что победителем в поединке стал Дурден. И он сохраняет титул чемпиона Новиграда. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велена. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Так, там ли я сохранился-то? В городе говорят, какой-то убийца рыщет. Впрочем, не боишься. Смерть в паленом мясе. Рис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Дождь не помех. А, меня кровью умоешься. Этот приблуда хочет драться с Дурденом. Сейчас узнаем. Мы ждали тебя. Ты был взвешен. С виду. А что, все чемпионы? Нет. Я знал, что ты раскап... Я пришел сюда драться с портным, так что начнем. Жители Новиграда, через ми... Ну-ка, иди к... Ну? Сколько мне еще ждать? Yeah!
кстати... Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Мы ждать и был в зве. Я пришел сюда. Житель! Ну-ка иди! Впрочем, ты не боишься. Иди, иди сюда. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Короче, самое хуевое то, что он с трех ударов с двух убивает, а этого пидора надо раз 15 ударить. И, блять, быстрые два удара его очень сложно уследить, очень сложно среагировать. Поэтому нужно отходить далеко, и чтобы он с размаха бил, тогда можно среагировать. Сейчас он знает, сохранит репортку. Мы ждали тебя, ты был цвет. Я пришел с... Жить, но... О белом волке. Что, драться расхотелось? Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Если бы еще скачки такими же сложными были, это вообще пиздец. Я тебя урою! Мы ждать ты был в виду чужа. Я пришел сюда жить, но... Ugh!
Это пиздец, вот пидор, а. Да, бу... Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Да у меня прибыль... кровью умоешься! Мы ждали тебя, ты бы с виду... Я пришел с... Жить? Ну! Ну давай! Вот, сука, сдохни, пидорас. Нурден больше не чемпион! С этой минуты титул принадлежит Геральту! А если хочешь еще кому-нибудь рыло начистить, в Велине и на Скеллиге тоже найдутся мастера кулаки почесать. Почему они не жгут эти костры за стенами? Но скачки в Новиграде, по-моему, после каких-то квестов открываются, не сразу. Не надо ли тебе чего, мастер? Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Дали, что будет. Хочешь купить? Покажи свои товары.
Только что желудок, что ли, потратил. По-моему, да. Или шкура была там. Ну да ладно. Прощай. Я хочу драться. Скажи, как будешь готов? Я готов драться хоть сейчас. Сперва я хочу поговорить с чужеземцем. Тут такое дело. Эрика, видишь ее? Я должен сегодня победить. Она ж смотрит. Я знаю, что мне тебя не одолеть. Разве что ты сам позволишь мне выиграть. Если я поддамся, мы оба пожалеем о нечестной борьбе. Но как же Эрика? Ничего ты не понимаешь. Хватит болтать! Начали! Ты обидел островитянина, чучел? Плечом к плечу! Что, драться расхотелось? А ты ничего. Я даже не вспотел. Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Я хочу драться. Скажи-ка. Расскажи о правилах турнира. У нас дерутся все. Юноши, чтобы показать силу и храбрость. Зрелые воины, чтобы не потерять навык. В Новиграде и в Велине проходят похожие соревнования, но там обычный мордобой. А у нас каждый бой маленький праздник. Я готов драться хоть сейчас. Сперва я хочу поговорить с чужеземцем. Тут такое дело. Я знаю, что мне тебя не одолеть. Разве что ты сам. Договоримся, что в первый раз я поддамся, но потом мы устроим еще один бой и победит сильнейший. Хватит болтать! Начали! За призрака! Нехорошо. Тупо три удара. Победил Бальгард! Спасибо. Ты, должно быть, много упражняешься. Ну да. Позал его раскосы. Я вот думаю, не попробовать ли... Скажи, когда надумаешь. Можем начинать. В таком случае начали! Ну?
Сколько мне еще ждать? Расхотелось. Ах ты, тюлени выперты! Победил чужеземец! Честь и слава! Еще два поединка, и ты получишь шанс стать лучшим бойцом на Скеллиге. Но сперва победи Эйнара, он живет на Фарерах, и Грима из деревни Хальмштайн на Артскеллиге. А бабки-то не дают. Я-то издалека таких, как ты. А нет, смотри, дают. И ставить не надо было. Тут новые бойцы. Добро пожаловать, ведьмак. Эйнар ждет соперника. Не хочешь с ним сразиться? С виду Эйнар знатный боец. Это внебрачный сын Лугаса Безумного. Весь пошел в отца. Драться будем или болтать? Не будем заставлять Эйнара ждать. Пусть бой будет честным и красивым. Красный бой. Поздравляю с победой. Грим готов к бою. Ну, если есть еще охота подраться. Нильфгардцы гребаные! Ну вчера мы делали. Конечно, не слабак. Уже косарь крон. Приветствую. Ты знаешь меня? Слышал. Слышал что-то. Да мимо ушей пропустил. Я слышал, вы тут устраиваете бои. Верно слышал. Можешь поучаствовать, если есть желание. Кто мой соперник? Ха-ха, ты любопытный.
Грим дровосек. Всю зиму мутузит людей по разным корчмам. В этом сезоне он пробовал драться за звание чемпиона. Да жопа треснула. Ничего у него не вышло. Я готов. Сражайтесь без жалости, помните о чести. И береги силы для следующего боя. Пора заканчивать. Геральт Скитанец победил! Твою мать! Ты славно сражался и заслужил встречу с Олафом на Анскеллиге. Ты пришел драться с Олафом. Он давно ждет достойного соперника. Обычно турниры проходят в корчмах или на улицах. У вас настоящая арена. Чтобы ее построить, королева Бирнабран отдала свои драгоценности. Так, и где Олаф? Когда будет достойный соперник, тогда и появится. Я хочу помериться силой с Олафом. Кулачный бой — исконная традиция Скеллиге. И здесь, на Анскеллиге, ее особенно уважают. Почему бои у вас в таком почете? На Анскеллиге жил некогда Дунс-медведь. Он убивал чудовищ голыми руками. И это турнир в его честь. Я согласен драться не на жизнь, а на смерть. Как тебя зовут? Геральт из Ривии. Геральт из Ривии, выходи на арену. Если победишь в этом поединке, то удостоишься чести сразиться с чемпионом чемпионов. Бои на кулаках — наша священная традиция. Пролитая на этой арене кровь — свидетельство силы клана.
Тот, кто сегодня победит, станет чемпионом. Но каждый, у кого хватило храбрости сражаться, уже стал героем. Зараза. Есть еще кто-то, с кем я могу помериться силой? На Скеллиге ты уже победил всех, кого только можно. Выходит, ты чемпион Скеллиге. Я наблюдал за тобой. У тебя огромный потенциал. Может, перейдешь из любителей в профессионалы? Ты о чем? Я ищу кого-нибудь, кто свергнет чемпиона чемпионов. Сейчас титул принадлежит бойцу со Скеллиге. И только ты можешь его победить. Спроси себя, достаточно ли ты крепок, чтобы отправиться на Скеллиге и бросить вызов чемпиону чемпионов? Можно попробовать. Великолепно! На острове Спикерок есть арена. Там нынешний чемпион чемпионов и дерется. Я отправлю туда весточку, что ты собираешься бросить ему вызов. А топором умеешь махать, а? Знаю я таких, как ты. Фу.
что, хочешь биться за титул чемпиона? Да. Боюсь, придется подождать. Арена закрыта из-за несчастного случая. Мы должны все изучить и сделать выводы, чтобы такого больше не повторилось. Друиды не мастера с призраками бороться. Да ну! Ты что ли лучше? Закрой пасть. Вот он-то может и лучше. Это ж ведьмак. Призрак у нас на арене объявился. Никак его не выгоним. Может, что посоветуешь? Может, и посоветую. Только мне нужно знать больше. Что ты хочешь знать? Что это за арена? Ну, обычная арена. Когда-то был у нас обычай, что лучшие воины должны драться на арене. Бои на Спикероге славились по всему Скеллиге. Пока однажды не появился призрак. Откуда ты знаешь? Я же говорил, это ведьмак, волшебник. Он такие вещи знает. Вы знаете что-нибудь про этого призрака? Когда он появился? Дед мне рассказывал, что его дед рассказывал. Будто звали его Ули-неудачник. Он всегда проигрывал поединки, но всегда оправлялся от ран. Даже помереть не смог, как мужчина. И все до тех пор, пока однажды Ярл Тормар не устроил на арене турнир. Тогда еще противников выбирали по жребию, и Ярл стал против Ули-неудачника. Ярл в победе не сомневался. Издевался над Улли. Высмеивал его так, что народ ревел от смеха. А когда он поднял руку в знак победы, Улли не выдержал и вогнал ему нож в спину. Тормар, умирая, проклял Улли. Чтобы ты вовеки веков проигрывал, так и сказал. Вот с той поры Улли является на арене и все время проигрывает. Значит, уже были такие, кто пробовал его победить. Ты шутишь? Все его побеждают, а он, бедняга, все время возвращается. И вот из-за этого не получается нормальных боев устроить. Я бы мог попробовать прогнать этого призрака, но не за даром. Если у тебя получится, мы заплатим, как за победу. И процент тебе отдадим со всех наших заработков. Как арену расколдуешь. Ну, это ты загнул. Есть немного, да и хер с ним. Если ведьмак с призраком справится, то он и процента достоин. Ну ладно, но чтоб только один раз. Звучит разумно. Ждите меня здесь. Ты пришел помериться силами с духом арены? Пожалуйста. Улли неудачника всякий может победить. Только оставь, пожалуйста, все эти «сгинь, призрак», «я одолею тебя, дух арены». Слышал я это уже сотни раз. Ужасно мне все надоело. Ты не похож на обычного призрака. Почему это? Потому что не выкрикиваю угрозы, не пугаю тебя смертью? Ну и что? Мне просто надоело. Кроме того, я прекрасно знаю, что сейчас будет. Ты меня оскорбишь, пронзишь мечом, я исчезну. А через пару дней снова сюда вернусь. И так повторится с каждым, кто придет сюда. Такая уж моя судьба. Я должен торчать здесь до конца света и проигрывать любой бой. Но ведь ты не болтать сюда пришел. За дело. Одолей духа арены. Никакого боя не будет. Ну, как хочешь. Не ты, так следующий. Мне это все равно. Каждый побеждает Улли неудачника. И у тебя получится. Ты пришел помериться силами с духом арены? Пожалуйста. Берись за оружие. Ну, берусь. Только давай по-быстрому и без лишнего пафоса, будь добр.
Я победил тебя! Похоже на то. Поздравляю. Но как же это? Ведь я должен был здесь проигрывать до скончания времен. Что это? Я словно слышу смех, шум, звон кубков и этот голос. Меня призывают на пир героев. Ты дал мне выиграть. Ты меня освободил. Спасибо! Да пребудут с тобой боги! Прощай, дух арены. Дух вам больше не помешает. Надо думать, он уже пьет мед с предками. Я знал, что ты справишься. Ну, Гуннар, я выиграл. Возьми. Вы что, поспорили? А то. Я-то был уверен, что ты справишься, а Гуннар говорил, что не в жизнь. Потому он сейчас такой кислый. Я часто вижу такие рожи, когда приходит время платить. Не бойся, мы люди чести. Это тебе. И помни, когда арена начнет приносить доход, тебе процент полагается. Буду помнить. До свидания. Привет. Ты мутант, верно? Да ну, не криви рожу. Тебе повезло. У обычного человека шансов против чемпиона чемпионов, считай, нет. А ты же драться пришел. Может, мне стоит что-то узнать о сопернике? В прошлый раз мне пришлось драться с медведем. Иди с ним. Он отведет тебя куда нужно. Вот, чемпион чемпионов! Скальный тролль. Довольно зрелая особь. Это будет бой на кулаках? На кулаках. И мы... Мы обеспечим погребение по вере претендента. Никому не мешает то, что нынешний чемпион тролль. А почему это кому-то должно мешать? Это очень порядочный тролль. Он пришел и сказал, что хочет драться. Тогда чемпионом был Зама по прозвищу Песчаный. Прозвище он получил еще до того, как тролль вбил его в землю. У этого тролля хоть имя-то есть? Он не выдаст своего имени до тех пор, пока его не победят. Это странствующий тролль. Если он в бою помрет, так он свое имя и не откроет. Это верно. Но он, похоже, не думает помирать. А может, все дело в том, что он тролль, и он просто не думает. Я хочу драться с чемпионом чемпионов. Как тебя зовут? Геральт из Ривии. Я готов к бою. Геральт из Ривии, время начинать.
Драться расхотелось. Геральт из Ривии, в честной борьбе ты победил чемпиона чемпионов и добыл право носить этот титул. Сегодня же я разошлю эту весть по четырем сторонам света. Вместе с титулом ты получишь положенную награду.
Мы отбрались к Йорд и Эдвин Сильвер. Ну, теперь уж не такой сильный. Привет! Я смотрю, дела у вас процветают. Если бы ты только знал. Все хотят сражаться на проклятой арене. Значит, и у меня процент какой-то накопился. А как же? Пожалуйста. Вести дела на Скеллиге одно удовольствие. Заходи еще. Тут у нас будут твориться великие дела. Помяни мое слово. Надеюсь, ты прав. Удачи. Выпил три кувшина самогона, бутыль рома, потом все заплюнуло. А утром встал без стона и пошел. Друг Яры, избавитель народа. Ого. Да пошел ты!